Мы втроем идем встречать закат. Встречать закат. Осторожно, бежим. Уже все слились в одну. Видите. О. Пусти крок. Це звідки вони? Слідла. Германія. Ну, блін, тут. Некарсул. Лідо, це ж Германія. Завтра їдеш з нами туди. Чого я маю? Тому що візьмеш собі, може, що треба додому ще. Що я знаю? Там я думала, потім не купляла. Що мені може бути треба? А ти так думаєш? Дайте мені чіпсів краще. Сьогодні ні хмаринки, нічого. Хорошо сьогодні покупалися. Угу. Класно, я бачив краба. Ось такий. Який? Большой. Я його навіть побоявся брати. Чому? Ну, так. Да. Проблем. И немцы тоже были прикольные. Видишь, как собачка все-таки. А я научилась плавать в ластах. Сегодня мы увидели тебя в деле. Как ты говоришь по-немецки? Типа ты не бачил раньше. Ну в луске ты часто говоришь, конечно? Ну, когда ты так вот напрямую с немцами, за жизнь, то нет. Дай мне чипсы. Дай мне. Что, добре пиво у мене? Ну, покажи. А води нема, ми не брали, ні? Не брали. Я ж питала, що ж я взяла? Я забула. Будеш пивом запивати? Піду в Марину. Пиво не хочеться пити. Хочеться сразу пісити. Відводи так само. А, це ти за відео розказував? А що? Пап, ну ти сам казав, можна все постирати. І записати. Так, так, так. Діма, виключи його. Я хочу нормально посидіти поговорити, без всякого цього. Ну, говори. С тобой поговоришь. Ну, ладно уже, на видео забей. Як нам? Все равно ж ми тут хрустимо чіпсами. Як це може бути супроводжуючим... Супроводжуючим... Супроводжуючою... музикою. На відео. Ми тут все робимо чіпсами їмо. Я ніколи не пробував. Просто думаю, интересно, как это будет. Такой базар, непринужденный на заднем фоне. Дивіться, як зламало сосну і висить ветка. Де? Зварка? Да. Опасно. Де? Оце? Перед тобою, Іра, прямо. Де сосна стоїть перед тобою? Оце? Угу. Дивись, варка. Ага. Ой-ой. Це така огромна. Это музычку включили. Та-дам! Ой, сідай, я вже за гору. Це гречески? Дуже быстро. Сейчас я туда прям. Не стыдно теплее. Я дам. Ускорил. Сегодня по ускоренной программе. А це сир с цибулей? Угу. Легкий джаз. Це мені більше нравится. Босанова така.
соседям скажем, что играла каждый день. Соседям в узке. И голос по-русски. Песня звучит, да? Саша, любимого Жорика. Из Ростова. Сейчас так назад. Там, где им раздевался, таки одяг. Сюда. Там бойный день происходит. 6 минут видео. Готовый ролик больше не выкладывать прямо сейчас. Ну, скалянточку полюбит. Мне течение в Новгород так нравится, такие добавляют типа мультик. Это тоже нормально. Солнце. Нормально. Какая проблема? Бит еще, да, еще, непонятно, как кто-то там ругался из-за собачки. Могу себе представить. Будешь мужчина за твоим своим торсом? Нет. А? Хватит. Да чипсы. Какой ты выключишь подкуп? Мужик, он ушел.